И вы на канале Сестричек. Сегодня у нас видео реакция на наши старые видео на YouTube. Самые первые. Ребят, как вы уже увидели, у нас скоро 500 тысяч подписчиков. Ура! И мы хотим устроить для вас конкурс. Супер-пупер конкурс. Поэтому скорее подписывайтесь на наш канал. Нам осталось совсем чуть-чуть до пол-лимончика. И мы будем дарить подарки на Новый год. Так, ну что, начинаем? Наше самое-самое первое видео. Привет! Это наша сестренка Каролина. Мы такие маленькие. Карин, такая смешная. Она что, Кинерда? Столько много киндеров. Это было 3 года назад. Если честно, я не помню это видео. Я да. Тут нету даже звука. А почему-то здесь нет звука. А здесь это мы учим испанскому языку. Да, и на испанском это называется курсы. Катерина такая маленькая. Пульсера. И еще у нас попался вот такой зайчик. Зайчик. И на испанском говорят конехо. Это колечко. И это видим как ракушка. И там внутри жилки. По-испанскому кольцо амин. Это попрыгунчик зайчик. Я сейчас вам покажу, как он прыгает. Заяц на испанском конеху. Это самоката из одной коллекции. Смотрим следующее видео, и здесь мы будем готовить пирог. Вы что, уже готовить умеете? Шарлотка. Три яблока. 4 яйца. И сахар, мука и разрыхлитель. Сейчас мы берем 4 яйца. 4 яйца? Мы так сказали. Ты прям стараешься. Я не помню это видео. Я помню. Мы высыпаем сахар. Весь. Такая музыка классная. Что ты пальчиками насыпала? Там весь надо высыпать. Давайте перемотаем. Ну что, будем пробовать пирог. Сейчас мы будем пить чай. Пока-пока. Мама, пойдем. Мама, пойдем. А ты пирог-то вкусный получился, ты помнишь? Вкусно! Там вкусно! Я сейчас я не люблю. Прям так чавкаю. Пока-пока. Наверное, вкусно. Пока-пока. Мама, а давай кушать. Все. Смотри, это наша старая комната. Раньше были раздельные кровати и розовая комната. Я кушала. Это наш самый первый влог. Ты хочешь опять вот такую комнату? Да, я тоже. Мы хотим раздельную кровать. Или одну большую. Мы, наверное, идем в школу. Ты что, в садик, а я в школу. Смотри, какой пухленький мой. А Каролина с этой прической.
да. Какая такая милая. Масенький. Там примерно ему один годик, а Карлине два. А там у нас эта кроватка была такая. Майнкрафт. Только ему было кресло, а у него... Смотри на мультика. Следующее видео. Это мы устроили челлендж с арбизами. Я малышей. Такой миленький. Потом их туда в садик. Полина так пищит. Что она рада. Сейчас он залезет в тазик. Вот залезает, залезает. Вот залезает. Она пищит. Мы кому смеемся? Я так смеюсь. Как все поп-поп-поп-поп. Это было самое смешное видео. Мы пересматривали его несколько раз. Мы украшаем нашу елочку 2015 год. Это та же самая елочка. И там тоже такие фигурки, которые я в школе сделала. Слушай, волосы такие длинные там. И я очень маленькая. О, такая пошивка. Сейчас такая маленькая елка. А сейчас мы будем смотреть челлендж «Пухлый кролик». Там Каролина и Макси. Раньше наш канал назывался Disney Kids TV. Ой, какой кролик. И сзади маршмеллоу. Ага. Я уже не помню, кто победил в этом челлендже. Потому что Маргарита. Макси Клин тоже пытается. Она... Одну съест, ху-ху-ху, потом кушает, опять съест, ху-ху-ху. Нет, я победила. Ты же победила. Мы еще делали пародию на Егора Крида. Потом мы снимали пародию на песню «Сумасшедшая». Тоже прикольно получилось. В этом клипе мы делали друг другу пакости. Сейчас Ксюша мне сделает пакость. Итак, мы будем по очереди. Ксюша! Мне нравится, когда Ксюша здесь упадет. На самом деле Ксюша упала на матрас. Да, так что было не больно. Мне еще один момент нравится. Там, где я упала с рюкзаком. Смотри, она вот так. Куда мне идти? Пока. Я тогда тоже упала на матрас. А портфель и правда был тяжелый. Ребята, это пародия на мультик «Головоломка». Не помню это видео. Я, да, мы 6. Маргарита беззубая. Какая страшная.
У нас прям парики такие. Прям как в мультике. Мне нравится, как я разговариваю. Брокколи? Как на американской горке. Нам очень было интересно посмотреть наши старые видео. Они такие смешные. Почему-то мы их не все помним. Ну что, ребятки, на сегодня все. Надеемся, вам понравилось это видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А также делитесь нашими видео друзьями в соцсетях. И не забывайте про конкурс. Давайте, ребятки, наберем пол лимона. Спасибо за просмотр и всем пока.